Добрый вечер, друзья мои. Как у меня проходит день? Как я и говорила вам, я готовлюсь к экзамену. Пирамида сознания изучаю очень сложно все. Видите, делаю конспекты. Вот, занимаюсь онлайн, естественно. Тут Ашкин чай мне принес. Никуда, пока не сдам тест. Все, слово дано, взяла себя в руки. Мои дорогие, тест я сдала на 100%. Можете меня поздравить. Все отправила скрины. Буду ждать ответа от них. 3 часа ночи. Я еще нарисовала вот этот алгоритм. Сейчас открываю вам видео. Так что спокойной ночи. Пока-пока. Завтра я иду на пикник. Можно расслабиться. Заслужила. Вам из Турции, солнечного Мерсина. У нас лето, а у вас, друзья мои, если бы видели и знали, как я сегодня собиралась. У меня такая хорошая для вас новость. Сейчас азан перестанет петь, я с вами поболтаю. Вроде бы прекратил, можно с вами пообщаться, мои дорогие. Так, друзья мои, вы можете меня поздравить. Я не смотрю в камеру, потому что смотрю за дорогу, чтобы не упасть. Вы можете мне поздравить, мне дали сертификат, я сдала тест, и у меня сертификат по курсу пользователь. Да, мои дорогие, преподавать я не имею никакого права по этому сертификату, но я очень много узнала, выучила о нейрографике, знаю ошибки, темы, как писать, много знаний получила благодаря этому курсу. Естественно, очень все связано с психологией, Фрейдом, о Юнге кое-что тоже узнала. Много чего, сейчас не буду вам рассказывать, вам это интересно, но все позади, я выполнила это, я сделала, и сейчас иду куда, сейчас расскажу куда. Друзья мои, девчонки звонят, звонят, а я, кажется, запуталась в этих домах, переулках, но каждый день же не хожу сюда. И вот все-таки решила идти и не срезать дорогу, вот правильно говорят. Ну, в общем, друзья мои, есть повод сегодня повеселиться. Во-первых, мы соскучились, а тут два события сразу. Нашла вот впереди кафе. Почему я сюда пришла, да? Потому что здесь Бабиль курицу делает вкусно. Мы брали тогда, нам очень понравилось. Вот впереди там находится. Какой у нас Видите? стол, мои Конечно, девчоночки! Красавицы! Тара-та-тара, персик! О, так, давай. принцесса! А, да, сначала Все принцессы собрались. Сливки Мерсина. Ой, да, давайте стаканы. Давайте, смотрите, очень какие у нас экономили. напитки. Давайте эти наливные. Мои лапузички, мои подписчики, смотрите, что я делаю. Сейчас время 4 часа вечера. Я решила приготовить какой-то очень интересный ужин. Вообще это делается из мяса. Ну, можно готовить из любого ингредиента. Мясо, курица, только не рыба. Себе посмотрите, какой я приготовила. Обед, можно сказать, да? Итак, котлеты из печени.
зеленая чечевица. И вот сейчас я это позавтракаю даже, можно сказать. Еще потому что не ела. А это я все буду пережаривать в масле. Картофель, морковь и синенькие. Покажу вам потом, что я затеяла. А я пойду поем пока. Какие вкусные котлеты! Ашкем говорит, ты все, говорит, со всего сделаешь, говорит, котлеты. Но я говорю, я в интернете нашла рецепт. Ашкем, сен еджексен бу джир кёфте? Нет, говорит, не хочет. Неден. Чок лизет ли? Дешекюр, мешекюр. Смотрите, где я жарю, друзья мои. У меня такой ковшик есть, да, но туда помещается много масла, вот как-то так все. И вот жарится морковка. Здесь я пережарила курочку, здесь пережарила баклажаны и картофель. И потом покажу, что буду делать. Как хорошо пожарились. Боже, как классно у меня здесь сидеть. Сижу, кушаю мороженое в моем цветники. Тут на подушечке лежу, отдыхаю. Не жизнь, а малина, друзья мои. Там жарится морковь. Там я сушу мяту, полила цветочки. Вы знаете, что вы мне пишете, что я прочитала, что я сама наделала это дело с птицей. Но я не прикасалась к яйцу. И я вот чуть-чуть так веточек подложила. Но больше не буду делать. И я все жду, что она прилетит или другой прилетит. Но надо, скорее всего, это все убрать мне. Помыть полку. Да? А я думала, подружка мне сказала, положи и водичку, и все. Вот поэтому я так и сделала. Но ничего, буду знать. Жалко, конечно, но что делать. Пойду уберу этот ее гнездо. Потому что другая птица не прилетит уже точно. Будем вместе с вами готовить, как плов называется. Название не знаю, мои дорогие. Первый слой. Курицу вы пожарила. Красиво вот так вот выложу сейчас. Видите вы или нет? Красиво ты вошла в мою бледную жизнь. Так, ну вот, смотрите, нам для мужа хватит. Ну вот, все. Первый слой курицу. Картофель. Вот, видите, я пожарила овощи в масле. Вот так выкладываем картофель. Ну, картофель можно было и побольше пожарить. Я не знаю, почему так. Много не пожарила. Делаю первый раз. Я делала два года назад. Батлиджаны. Батлиджаны. Вот так вот красиво выложили. И сейчас морковка. Морковку чуть-чуть пережарила. Морковки не так много у меня, сколько есть. Рис. Предварительно я замочила в теплой воде. Промыла. И сейчас... Ой, а соль. Мы забыли про соль. Вот так, потому что ничего не соленое. Вот так. Сейчас и полтора стакана риса. Наверное, больше надо было. Ну, мы семья маленькая. Так, и сейчас мы зальем горячей водой. Когда-то муж это кушал. Сейчас не знаю. Так, и сейчас полтора стакана у меня я использовала. Значит, берем 3 стакана воды.
Надо как-то так ее наливать. Раз. Два. И третий сверху полью. И сюда соль, да? Ну все на глаз делаю, девочки. Все. Ой, горячая, девочки, горячая. Ух, 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 ух. Так, вот видите. Видите, как я сильно некрасиво вылила. Ну ничего, ничего. Накрываю крышкой и ставлю на газ. И вот я нашла, я наконец-то время с мамой пообщаться снова. А вы знаете, что мне очень нравятся вот эти наши с вами болталки. Ну, во-первых, я отвечаю на ваши вопросы более масштабно, более объемно, не так ли? Выключила газ, накрыла скатертью мой обед, мой ужин. И пока оно будет доходить, я решила ответить на ваши вопросы. И пью соду. Сода в Турции вот таких продается. Действительно очень удобно. Во-первых, я помню Батуми, когда сода у нас была литровыми, да, боржоми, на Беклаве, очень много разных минеральных вод. И когда открываешь бутылку, все сразу не выпьешь, потом газы выходят. А это очень практично. Вот таких бутылочек есть и лимонадики, разные-разные. И пить их надо именно с бутылки. Да, это некрасиво, сейчас скажете. Так вот, мои дорогие, продолжаю. Стрелки я делаю обычным лайнером. Посмотрите. Что-то близко не видно ничего. Очень удобно, очень красиво. Уже настолько привыкла к этим стрелкам. Так что вот, ответила на ваш вопрос. И еще здесь, Светаджан, подскажите, с каким кремом вы пользуетесь от загара лица. Заранее спасибо большое. Вот, моя дорогая, Джан Беним, Джан Им, Джан Им. Вот, смотрите, какой это крем. Фирмы La Roche-Posay. Лицо не загорает. Посмотрите, сколько я на море нахожусь и не загорает. Очень довольна я. Вот такой крем, 50+. Антивозрастной он и этот. Еще, друзья мои, вот ответила на ваши вопросы. Тут мне просят даже показать, записать видео массаж лица. Обязательно сделаю, обязательно. Хочу рассказать вам, как мы вчера провели время. Ну вот вы сами видели, мы собрались, заказали себе еду. Мы знаете, что взяли? Очень вкусно делают сирийцы здесь. Курицу жарят именно в какой-то такой в сухарях или что-то было с картошкой. Но мы взяли грудинку, такая сочная. Еще салатики они дают, майонеза я вчера наелась. В общем, вчера было долой правильное питание. Ну, естественно, и выпили мы тоже, и много плясали, много раз, много танцевали, снимали видео, фотосессию себе устроили. И так время быстро пролетело, мы даже не ожидали. Уже 8 часов пришла охрана и говорит, сидите тихо, не двигайтесь. Ну, естественно, мы успокаивали сразу. Как только они уходили, мы начинали плясать, танцевать. Два раза они подошли к нам, предупреждали нас. И главное, странно, да? Вокруг были рыбаки, вокруг все было. И тише, тише, окей, окей. Потом под конец уже 12 за нами приехали наши мужья. И как раз охрана подошла, и мы, уходите, так уже грубо. Когда увидела наших мужей, сразу с нами стали грубо говорить. А до этого хихихаха. Вот такие вот охранники, два человека их было, два мужчин. Развезли нас до дому. Я пришла домой, Ашкем принес, купил две курицы, мясо купил. Я все это положила в холодильник, приняла душ и легла спать. Вот так вот прошел у нас день. Сегодня весь день переписываемся, отправляем видео, которые мы снимали. Хохочем целый день. Вот у нас такой, знаете, когда мы встречаемся с девчонками, энергию нам дает вот это все на несколько дней сейчас. Ну, следующий день рождения у нас намечается нашей подружки в июле.
Так что в следующий раз мы встретимся. Сегодня мы даже не пошли в клуб, потому что, естественно, девчонкам не до этого. Хочется поспать, у кого-то маленькие дети, и поэтому вот мы решили сегодня отдохнуть. Ашкыма вдруг вызвали друзья, пошел он с ними гулять, а я сижу, вот, отвечаю на ваши комментарии, и еще хочу порисовать мою нелюбимую нейрографику. Мне выдали сертификат, меня присоединили к группе Павла Пискарева, у меня есть свой личный кабинет, есть там столько много видео, все хочется посмотреть уроки, как он преподносит нейрографику. В общем, я такая счастливая была вчера, вы себе просто не представляете, сколько событий было вчера много, и подзарядила меня, такой настрой дала. Так что, мои дорогие, я буду заканчивать с вами общаться. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч, мои хорошие. Наш плов, сейчас я его переверну. Сделаю это вот так. Думала, ну какую посуду, в какую посуду. Смотрите, накрыла. И раз! Делается тын-тири-тири-ти-ти-ти-ри-ти-ти. Вышла та-ра-та-та-та-та. Раз, два, три. Ое! Сейчас мы будем кушать с Ашкымом. Приятного нам аппетита. Вкусняшка какая, наверное, получилась. Ух-ух-ух.